пятницу в Самарской области. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Станет еще жарче. 29-31 днем, ночью 21-23 выше 0. Ветер юго-западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 30, ночью плюс 22. Южный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 29, ночью плюс 23. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, возможен небольшой дождь. Плюс 29-30 в дневное время, ночью плюс 21. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Температура воды в реке Волга 20,9. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.